Я же говорил, прокатит, пошли, пока не заметили. Слышь, там еще начали. Ты видал? Он кого-то ищет. Там да, авария спрячь, спрячь, спрячь паспорт пока. Короче, пошли, наверное, пошли сейчас, короче, расскажем пацанам, что вообще происходит, потому что, наверное, мало кто сейчас понимает. В общем-то, пацаны, собственно, чё, здорово, мы бомжи, это, собственно, Тоха, мой друган, и я, а Диман. Это Дима. Да-да-да, в принципе, вот он я. А вот, получается, чё, мы создали просто поддельные, получается, паспорта, нарисовали там просто нас. Ну, как бы, нарисовать вообще изи же, да, там борода, нос, там два глаза и прочее, вот. И в итоге приехали на Рублевку, как я понимаю, да, Тох? Да какая Рублевка? Это, наверное, спальный район, как я понял. Ну не знаю, ну как мне говорил, короче, Сизы, именно с того района, где мы были ранее, там, в общем-то, ну именно здесь, можно неплохо подняться. Вот, так что, пацаны... О, водка. Водка? О, ты ему отдал ее? Нет. Да, ты забрал ее, супер. Короче, пацаны, в чем суть? Суть, так сказать, о, опять она, а, фак, провафлил ее. Вот, блин. Суть, получается, нашего выживания, ну, мы как бы бомжи уже, получается, который месяц, мы просто попытаемся подняться. О, водка. Опа. А как ты взял ее? Подожди. Я не знаю, кто ее выкинул. Так, я ее разбил случайно. Иди сюда, короче. Вот, нам, получается, нужно подняться как минимум, ребята. Ну, и, собственно, будем покупать там дома, машины, там, я не знаю, заводить девушек там, я не знаю. Ну, в общем-то, вы, я думаю, меня поняли. Короче, вот. Коротко и ясно, не томи. Это реальная жизнь бомжа в Майнкрафте. Да, пацаны. Будем вот. Подниматься с нулей. Короче, как говорил Сизый, пошли со мной. Вроде бы как, ребята, у нас есть просто офигенное место, где разбросана куча бутылок. Вот, он посоветовал именно туда идти, собрать все эти бутылки и попробовать сдать их, собственно, в ларьке. И получить достаточно много денег. И, наверное, таки даже сможем снять, наверное, хату сегодня. Вот, так что, вроде бы это здесь. То, помнишь, что он говорил-то нам, да? По-моему, ну, да, там куча бутылок. Вот ну, блин, этими... я не уверен, что мы сегодня что-то сможем снять. Может, нам придется делать хату как из подручных средств. Ну, как обычно. Ну, да, может быть, даже будем, я не знаю, сооружать там палатки. Смотри, сколько бутылок здесь! Тоха, Сизи, ты не обманул, а? Да, смотри на это, ема! Так, подожди. Супер. Вот. Чё такое? Я подобрать её не могу. У меня что-то как-то не получается. Это какие-то фантомные бутылки. Не понял. Это иллюзия, короче. Я да? Понял. Блин, пацаны, мне кажется, нам нужно пожрать, потому что мне уже кажется абсолютно вот эти вот бутылки постоянно. Чё это? Слышь? А, это фанта. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, не пались смотри, пока. Смотри, какая здоровая фанта. Ты видел? Нифига себе. Не, нам явно нужно покушать, потому что, тихо, пацаны, не упади. Мы очень голодны. И, блин, часто у нас с нами случается, что вот эти вот всякие иллюзии, там вот это скримеры появляются. Смотри, что получается, какой-то потайной проход. Тох. Ну тут очень темно, надо что-то... Ема, тут, блин, как-то... А тут тупик. Нету тут ничего. Тупик, ну тут да, кто-то тупик. Кто-то что-то копал. Блин, подожди, вот так вот, супер, я уже думал, я потерялся. Короче, что кстати, нам нужно на первое время, слышишь? Можно переночевать, слышишь? Если не найдем, где бутылки сдать и так далее. Да, вот, мы, в принципе, можем здесь переночевать, пацаны. Это будет, так сказать, наша первая ночлежка, вот. Не знаю вообще, чья это пещера, кто ее сделал, но мне кажется, что вдвоем. Я думаю, мы кому-нибудь наваляем так-то хорошенечко. Какие-то тут деревья странные, однако. Это кусты, Тох, ты чё? Это куст? Да, нет, это ты куст. Вот туда смотри, ты чё, а сюда. Чё вот это за здание? Вон, блин, пацаны, вообще, конечно, всё. Это да чё, куда тюрьма? Ты побежал? Я в тюрьму, слышь, тут тюрьма. Слышь? Чё, натуришь, что ли? Да-да-да. Подожди, а рыжего здесь нету? Его же тоже, получается, повязали вот буквально на той неделе как раз-таки, а? И, ну, по-моему, так же в тюрьму отвезли, не знаю вообще. Так, да, ты реально, подожди, там вроде бы вход был. Не-не, там какие-то печки стоят. Слышь, вон дом какой-то, а пошли отожмём, а? И вон дом. Пипец, сколько тут здесь домов, слышь, давай побежали ну-ка. Быстрее. Так, ребят. Блин, ну бутылок пока я не наблюдаю, вот. Чел какой-то закрыт. Подожди, где? Тут вон какой-то вольт. Тут горит, слышь, да, там вижу что-то, короче, чей-то дом. Блин, надо нам что-то тоже такое собрать, я не знаю, попробовать создать, но у нас нет ни материалов, ни хрена вообще. Ребят, не знаю, наверное, эта серия получится такая ознакомительная, вот. Будем читать все ваши комментарии. Меня какой-то гаси его. Гаси! Бей бомжару! Давай, он бей не его. Из нашего района, бей его быстрее! Супер! И короче, ключи сейчас заберем, у него дом отожмем. Давай, гаси его! Супер! Давай! Нормально, где он давай. Тут? А, он мне ударил! Давай, друган! Так. Я нахера, он что-то он кинул. Открыл, кинул.
Супер, я забрал открытку. Так, супер. Ладно, короче, что, догоняем его или как? Или пускай бежит? Да пусть бежит. У нас, получается, уже две открытки. Передачка от депутата. О, нифиг. У нас передачка депутата. Тоха. Пусть там сидит. Супер, да, ладно, пошли дальше разбираться. Так, а что, подожди, вот это же можно тоже собрать? Подожди, ни хера не собирается, это получать чьи-то, чьё-то. Ну, это еще не созревшая пшеница, как я понял. Так, где там потерялся, побежали. Это блин, ребят, давай, наверное, все-таки вернемся в город, посмотрим, что там вообще в городе есть. Может быть, какие-то, я не знаю, возможности для, собственно, нашего, так сказать, подъема в карьерном росте имеются, вот. Потому что сейчас, как бы, не особо понимаю, что нам нужно делать. Так как у нас зато тупо. У меня есть пузырь водки. Пузырь водки. Ну, нормально, да. Ну это так чисто на вечерочек там, если что, вдруг, если будет вообще все печально, можно, короче, немножечко, собственно, откинуться, ну и расслабиться. Так, только жрать охота. Вот именно, я очень хочу кушать. И, наверное, знаешь что, пошли, наверное, бичей, короче, эти щеманем, в общем-то, там, ну, возле метрополитена, откуда мы и приехали, там по-любому уже полно народа, вот. Так что можем, я не знаю, там яблочко или кусочек хлеба отжать, так сказать. Побежали. Ну да, да, погнали. Че ты так отстаешь? Давай быстрее, у тебя что, сил так уже нету, что ли? Тяжело, тяжело. Давай, давай, поднимай. Блин, смотри, какие тут квартиры, а, нормально так-то. О, там еще какой-то бичонок в квартире лазит, я так посмотрю. Так, бум, слушай, подожди, это не он? А, это не он. Так. Нет, это какой-то чел в шляпе. Короче, Тоха, давай ну, тогда, если, короче, нет бутылок за городом, потому что Сиза нас, походу, обманул, вот, то давай найдем где-то бутылки поблизости здесь, может быть. Вот, возле, короче, собственно, домов, где по-любому люди-то выбрасывают их. Так, нет, так, я так. Тут нифига не тут, вижу. Погоди, а туда можно внутрь пройти? Не знаю. Там закрыто или открыто? Закрыто, закрыто. Закрыто, я понял. Блин, пацаны, ну такой себе, первый день достаточно тяжелый, а я напомню, почему мы собираем бутылки. Ой, Почта России, слышишь, иди сюда. Чуть есть. Ну-ка, ну-ка. Слышь, ну, лотерейку можно играть, а? А как можно, как нажать? Подожди. А-а-а, у вас билетов. Подожди, а если так? Не, не, никак не работает. Ну, короче, какие-то билеты банкомат надо, но эти билеты, банкомат, я так понимаю, не работают. Надо, короче, эти билеты в Dixie покупать. А вон, получается, магазин Dixie здесь есть, пацаны. Но для начала нам нужно, собственно, заработать. Вот. И для чего мы ищем, да, бутылки? Нам нужны бабки. Да, бутылки, потому что их можно обменять вот в этом ларьке, как говорил Сиза. И здесь, получается, дают за каждую бутылку $150. И это очень-таки круто. Да, вот. Положите их. Да, все, я понял. Блин, да, пацаны, ну такое. Где ты, короче, находил эту водку? Подожди, а чего там внизу, а? Где там? Может, спустимся? Может, там бутылки есть какие? Да, вон прям в яме, погоди, в этой. Это что, какой-то бизнес или что? Или это пещера какая-то? Ты где? Я Тоха! Тут, погоди, я... О, ты... Я потерял тебя. Иди отсюда! Это мое место! Уйди отсюда! Я хочу водку собирать! А, во, я тебя нашел. Я... Смотри, смотри, чувак, короче! Подожди! А что с ним такое? Он сидит тупо, бутылки все забирает! Это давай инвалид. Его как-то подвинем, он все бутылки забирает! Вот, вот козел, а! Ну ладно, пускай сидит. Так, что у нас тут еще есть, слышишь? Видал он все бутылки? О! Нет. Садись теперь, дай. Все супер. Короче, давай отжимай. Он бутылки тупо пособирал. Так, давай мы, короче, сейчас... О, вот бутылка появилась. Супер. Смотри, не сядь на нее. Я взял... Не-не-не-не. Я взял одну бутылочку. Так, давай еще, наверное, парочку соберем также, вот. Где она? О, супер, у меня уже две. А вот, то получается, сразу же пойдем сдадим, у нас будет первые деньги, так сказать, ну, я не знаю, там еду купим как раз таки, которые нам не так, хватает. Да, все, давай теперь ты собирай, я три штучки собрал, теперь ты собирай. Мне две надо у меня. Давай, давай, вот, появилась. Забрал? Два. Супер, да, давай еще, короче. И, ребята, сейчас мы пойдем, короче, сдадим бутылки, собственно, у нас будет, собственно, денежка для того, чтобы купить еду. Все, погнали так, тогда, что, попробуем погнали сдать какие-нибудь бутылочки, что нам за них дадут. Тем более, это водка, блин, пацаны, водка, вы представляете, водка реально в цене сейчас. Пацаны, тут, короче, такое дело, в общем-то, получается, рассказываю, не мог снимать, потому что тупо были немного заняты, но, в принципе, Тоха, ты там снял вроде бы у себя, да? Ну да, 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 да. Вот, почему у меня появилась кирка в руках? Я объясню так. В общем-то, смотрю, у него бабки, а? Нормально так-то чувак поднялся. Вот, мы, короче, получается, ночью собирали бутылки. У меня, как видите, уже 15 бутылочек голубой Василек. Вот, суть в том, да, что мы... Чел с мечом. Не знаю, что они хотят, вообще он палкой, получается, сбитой. Вот, мы тупо, короче, собирали, получается, бегали ночью, пока ларьки были все закрыты, собирали эти бутылки, и тут бах, короче, увидели то, что есть чувак с киркой, который вы выпендривается, тупо выпендривается, пацаны, и мы решили его немного щемануть. Мы щеманули, отобрали кирку, короче, он побежал за нами, мы побежали за эти дома, вот, и, короче, там он нам забил стрелочку. Именно на этой стрелке мы его тупо щеманули, забрали бутылку. У тебя даже сейчас сколько бутылок ты, получается, бутылки все собрал? 67 и 24, короче, много. Вообще до хрена, и еще, получается, у него второй паспорт, вот. Сейчас мы тупо сдаем бутылочки, как я... Три телефона. Вот,
Так, сдаем тупо бутылочки, собственно, ребята, вот этому прорабу, но он что-то, короче, опять не вот, блин, просто какая-то бешеная очередь, тупо нельзя вообще что-либо сдать. Вот, так что дождемся, пока он, короче, освободится, сдадим ему бутылочки, ну и пойдем, короче, в Дикси, чтобы купить себе пожрать. У него монета есть. У кого? У него, смотри. Блин, он... Ну, конечно, круто, да, но, блин, ну мы его тут не щемонем, потому что народа здесь до хрена, сразу менты на нас, собственно, начнут агриться, а так как у нас паспорта вообще левые, то это вообще капец, капец. У меня теперь два паспорта, и три телефона. Нифига ты, конечно. Нормально так-то, нормально ты поднялся. Блин, я все равно жду, пока он, короче, освободится, потому что я вообще хз, короче, ребята, что-то как-то долго все это дело. В общем-то, давайте мы продолжим, когда уже все будет у нас готово. Так, пацаны, короче, все, теперь я тупо могу продать, я так понимаю, бутылки, или подожди, как это делается? Так. А, это... вот. О, супер, слушай, короче, нажимай на бутылку, потом получается переноси, ну, то есть нажимай на ту бутылку, которую хочешь продать. Блин, я уже нормально так-то, короче, поднял бабло, пацаны. Конечно, я немного ошибся, не 150 баксов за, короче, одну бутылку, но, блин, по 3 рубля тоже неплохо так-то. Ну да, написано по 150, но на самом деле плохо. Ну, у меня сейчас нормально баба будет. Да, 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 так. Я, короче, уже все продал, только, блин, а где теперь бабки наши, а? Не, я сейчас продаю. У меня нету данного предмета. Чё? А, больше. Подожди, вот сюда надо. Все супер, короче. Так, блин, ну все, я, короче, продал, пацаны. Так, а какие самые дорогие бутылки? Ну, даже не знаю. Подожди, самые давай дорогие... посмотрим. Да, ну это, в принципе, из подводки самые дорогие. Так, это 3 рубля, 2 рубля, да, это самые дорогие, получается, все остальные, так вот и херня. Ну, короче, пацаны, чё, в принципе, я не знаю, но у меня было 15 на 3, это 45, и плюс, ну, где-то 50 рублей я поднял, а где эти деньги теперь нам-то снять, а? Тоха. Так, почта-банк нам надо. А, почта-банк. Ну, пошли, пошли, получается, не туда перевели нам бабло, и, получается, мы сейчас снимем, ребята, и пойдем тупо, короче, в магазин, чтобы скупить себе еды. Так, Почта России, что дальше нам нужно сделать? Блин, банкомат не работает. В смысле? What the fuck, почтальон? Ё-моё, ну чё за херня, а? У нас пипец, нам походу опять надо ждать, короче, завтрашнего дня, потому что банкомат, как вы видите, ребята, немного не починили. Вот, ну, в банке у нас, получается, лежит с тобой по 50 рублей. Вот, теперь я что-то больше. Ну, у меня, да, у меня это 50, 30... у тебя, наверное, будет намного больше. У меня там рублей, не знаю, может, 1000. Ты чё, серьёзно, что ли? Да, у меня больше 1000 должно быть. Е-мат, да. Конечно, блин, у нас мажор. Ребят, ну, в принципе, за первый день я могу сказать только то, что мы подняли уже свою первую денежку, и получается, мы на эту денежку можем уже купить себе пожрать. Так, а чё за тетя Зина? 15 рублей, 15 рублей беляш. Мы можем беляш купить, а? У нас денег нету. Да, потому что у нас банкомат не работает. О, не, слышишь, чё? Я купил беляш. Я купил тоже беляш. Подожди. О, круто. Порядок. А как съесть? Ну, на правую кнопку нажимаем мыши. И как, да. Съесть? Или нет? Как? Я не знаю. Он, походу, протухший, поэтому мы не можем его есть. Поэтому, ну, бракованный беляш. Блин, ладно, короче, я знаю, чем мы сейчас займемся. Тоха, мы давай, короче, беляшочек наш на какую-нибудь, собственно, монеточку-то обменяем, а? Короче, ребята, чудно. Надо сейчас, короче, бичей искать, вот, и пока ночь, вот, собирать бутылки и, собственно, попытаться, в общем-то, щемануть бича и попытаться его немного накикать. Вот. Чё я думаю, давай на этом заканчивать. Вот такая вот первая, так сказать, серийка у нас получилась. Ребята, мы, получается, приехали в новый город. Теперь, получается, будем выживать здесь. Пишите в комментариях, что вы думаете, как вам вообще первая серийка. Давайте обязательно наберем, допустим, я не знаю, 1000 лайков на моем ролике, у тебя там сколько? 300. Да, 300 лайков у него. Вот, и я думаю, уже тогда следующая серия будет совсем скоро. Вы, главное, просто пишите комментарии, там оценивайте. Ну и, конечно же, говорите, как нам выживать и что нам здесь делать. Получается, в следующей серии мы отправимся уже добывать, собственно, бабло в шахту, потому что у нас здесь кирка, и это вообще круто. Вот, у тебя так что... есть кирка, у меня кирки нет. Знаете, да, у меня две. Так что, ребята, все. Спасибо, всем удачи, всем пока. Всем пока-пока.